На Пасху было очень холодно, всю ночь и весь день шел дождь и дул холодный ветер. Мы днем увидели, как очень странной походкой идет собака. Я решила поехать за ней и поняла, что с ней точно дела не в порядке. Она была заторможена и вся тряслась. Заехав в ближайший магазин, где продавали готовую еду, я купила приготовленное мясо и попросила его разогреть, чтобы она поела теплое и хоть чуть-чуть согрелась. Майя, так мы чуть позже назвали старушку, все это время перестала идти и стояла, будто ждала нас. И чуть похрамывает. Собака? Чукается. Ну, ей страшно. Видимо, где-то была, видели. А может, хозяин выглянул. Холодно, как капец. А она с луком, дай просто вот это бедро, может, ей лук не нравится. Но она тоже не пахнет луком. На. Трясутся. Короче, давай весь пакет. Выпили, что ли? Ты видишь? Да, она шугается. Не хочет, а не трогает. А, дачная собака? Дачная, да. Так я ее не отдам такие. Я просто за то, что она явно на дачах, и она сбежала. Вопрос, почему сбежала? Скорее всего, били. Ну да, ты видишь, она шуганая да. Прям. То есть она, скорее всего, вырвалась и дёру дала. Ну, какой у тебя взгляд? Даже не покусала меня, вот этот поворот. Ой, она упала. У нее что-то с координацией. Она, я чувствую, переморозилась. Она ночью замерзла. Да, снег шел, холодно было. И осталась на улице. Она ест. Она спустилась к люляшкам. Она просто спустилась шашлыка взять куриного. Ну, машину мыть надо будет, да. Ну, а что теперь делать? Грустная собака. Трясется. Трясло ее. У нас холод собачий. И она стояла посредине домов, ее трясло. Пасху подобрали малышку. Вот так села она. Тебе грустно, страшно, холодно. Да. Ой, трясет, смотрите. Да. Я сдалека увидела, что ты как-то идешь. Ненормально, непонятно. Тебя можно погладить? А то я побаиваюсь еще тебя гладить. Ой. Не бойся, не бойся. Трясется, мам, аккуратно, аккуратно. Я не знаю, что от нее ожидать. Не трогай ее, мам, пожалуйста. Не буду. Куда вот лежаночка и вот туда в уголочек. У нее с координацией что-то, это девочка. Ага. Может, машина стала. Аккуратнее, хорошо. Воды, еды еще надо. Видите, как ее трясет? Воды несу. Кстати, я ни разу не видела, чтобы она легла. А где ты нашла? Среди многоэтажек. Ну, может, ей больно. Ты его к врачу не заводила? Нет, еще не водила. Как назовем ее в честь Пасхи?
Пасочка. Что такое? Ну, не бойся, малыш. Не бойся, не бойся. Все, давай мы так оставим и пойдем. Да. Пойдем, а то это уже видишь, Надя? Да. Сняла с нее этот ошейник, он вот такой кривой косой. Тут искусственно делали дырки. Вот так он сыпется. То есть он не держится. Сейчас мы и другой оденем. Вот видишь, можно гладить, можно? Ну не бойся. Ого, у нее челюсть как. Не бойся. Давай. У нее глаза как белые белят. Зубки еще не смотрела. Стой. Не слышит. Грязная корова. Общую биохимию, может быть. Да, биохимию общую. Да. А так она кушала. Вчера просто на российском. Ходит дождь, ветер. Ее так. А, она трясется постоянно. И слюни идут у нее. Ну, вчера мы к ней подходили, вот трясет ее. То ли от страха. Ага, здесь есть. Там. Но они такие белые чуть-чуть. Ну, вот здесь заметно. Ага. Вот я делаю, а она... Ага. Привет, не бойся. Не бойся, не бойся, хорошая девочка. Хочешь? Ну, сказать, что живот болезнь на ней. Вот что ага. Страшно, да. Ну, на всякий случай, вот хотим знать. Пироплазмоз, дирофилариоз. Пучка какая. Ходи. Все, вечером мы здесь что-то еще увидим, но сейчас прям вообще все хорошо. Ага. Давай, аккуратно. Оп, оп. Общий белок, то есть там ни воспаления, ничего нет. Угу, отлично. То, что... А, координация, это то, что она не я видит думаю, и не слышит. Да, это не координация, она просто осторожно. Только силуэт, но да. Она очень осторожничает. То есть мы сейчас шли, она то есть не увидела порожек. Порожек. Не наступила. Ага. Вот, и она сама как бы поняла, что ну, что-то ну, не то наступило, но как бы понять, что именно, не смогла. Вот она одну лапу сильнее реагирует, если дотрагиваться, а другую слабее. Ну вот я думаю, что она... Вот здесь видит лучше, ага. Поэтому она с этой стороны вроде как будто бы ничего не делает. А вот с другой. Не, она не смотрит. Опа! Оп, все, все. Все, убедились, что ты не видишь снизу ничего. Смотрите, как она пописала. Присела, а потом пошла. Так не кусай. Это что? Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Я, как обычно, после собак вся грязная. В общем, она практически глухая и слепая. Внизу вообще ничего не видит. Почти на 7 тысяч мы сдали анализы крови. Также нас записали через несколько часов на УЗИ. В общем, биохимия хорошая. Дирофилариоз, бабезиоз. Посмотрим, да? Пироплазмоз. Ну и вот, успокоительное мы тоже купили. Это из-за того, что она трясется, да? Блошиная инвазия очень сильная. Слепота на левый глаз более выражена, чем на правый. Тест с препятствием негативный. Брюшная мягкая глухота. Ну, глухота тоже, да. Обработать надо. Это паразитов, я так поняла. Тихо. Дуралка, видать, не ест. Ой, это было мучение. Еле-еле сделали ей УЗИ. Сердце, УЗИ брюшной полости, вот это все. Она прям сопротивлялась, не хотела. Ну, надо делать, потому что, ну, наш проверит, что с ней не то. Но это было что-то. Результаты УЗИ были страшные. Видно, что собака в возрасте. У Майи хронический гастрит, хронический панкреатит, хроническая болезнь почек, уроцистит, мочекаменная болезнь, поликистоз яичников и одно из самых страшных – аденома, аденосаркома левого надпочечника. Делали УЗИ всей брюшной полости. УЗИ сердца, она плохо видит, поэтому нужно отодвигать от таких вещей. Заплатили 2700, гаяне все отправят. Не хочет на лежанку садиться. Вот я зашла, ага, значит, может, чуть-чуть она слышит.
Чего ты на лежанку не хочешь? Этот, натуралку она не ест. Не бойся. Сейчас поеду тебе покупать все. Сейчас ездила, покупала очень хороший ошейник для Майи, новенький, да, обработки. И так как у нее камень в почках, и она ничего вообще не ест из натуралки, вообще ничего не хочет есть. Я ей купила спецкорм, посмотрим вообще будет она его есть или нет. Такой мне врач сказала. А так, может, варить будем курицу. И пробовать вареными кормить. Не ест она. Сейчас еще гулять пойдем. Я вот уже поводок взяла, новый ошейник, потому что тот спадает, а того уже нет. Майя. Ой, бозички, костики. Ребят, нам повезло, и корм этот дико вонючий. Ну, в плане, он очень, там добавлены добавки, которые сильно пахнут. И ее это привлекло. Сейчас мы ее насыпем. Я еще таблетку дам успокоительную. Вот она у меня сюда же веду. Ну и не знаю, пока придется, может, вот эти штучки покупать и потихоньку переводить на натуралку, потому что ну не ест она. Ну вот успокоим. Чтобы вы понимали, она вообще не ест. Вообще. Отказывается. Либо ночь наступает, никого нет, тогда она что-то поест. Ну все, я всего две упаковочки такие купила. Пойду сейчас закуплю побольше. Штук 10. И пойдем гулять еще с ней. Таблетка там. Тебе надо успокоить. Но сегодня, по-моему, ее так сильно не трясет. Я записала ее еще к Миле. Грумеру. Да, малышки, записали тебя к грумеру. Все? А таблетку я буду пить. Вот такой пузико у нее. Видите, мне удалось скормить ей таблетку. Я засунула в мясо. Вот так ей дала. Она такая раз, что-то не поняла, но проглотила. Я такая, о, хорошо. И опять с рук ест. К двумя онкологам я записалась. Один просто, который мне посоветовали в клинике Калибри, он будет через две недели, которую Розу смотрела. А второй, который, ну вот наш, да, Руслан Руслановичи, он послезавтра уже работает. Поэтому я и к той записи не отменила, и к этому записалась. Посмотрим у обоих. Опа, хороший ошейник, очень хороший. Не надо меня кусать. Когда ошейник хороший, зачем кусаться? Ой, блатной, 900 рублей стоит, ты в курсе? Ты носил еще такие? А какой он удобный, я купила, потому что он дико удобный. А мы сейчас идем гулять. Я тебе хотела после грумера его одеть. Но у тебя просто сейчас нет такого, чтобы что-то не спадало. Все спадает, еще убежишь от меня, хулиганка. Ну ты уже не так трясешься, как первый день. Пойдешь гулять, радоваться. Нукер! Успокоился, говорю. Это Нукер с балкона орет. Начинается. Ну, хоть раз я вижу у нее счастливую морду лица. По крайней мере, не несчастная. Эй, интересуется, что там, чем пахнет трава. На Герду ноль внимания. Зря я взяла ее только. Думала, что будет лучше. Попу показывает, правильно, попу всем показывает. Ей тут очень интересно. Очень. Хочет каждый кустик нюхать, каждую травинку. Опа, опа. Опять она с жопой к вам. Кто жопой? Не я, скажи, я тут интересуюсь, что тут есть понюхать. Она осваивает весь двор. Везде уже походила. Я хожу с ней с едой. Очень поела. Есть она соглашается, если где-то в углу зажать, вот так вот. Ты, она видит, что вариантов нет. Начинает есть. По-другому убегает, ищет все обходные. Нет, ты пока все не съешь. Все, больше часа, полтора даже часов мы с ней гуляли. Насильно уложить ее я не смогу, поэтому она сама должна лечь. Все, мы идем заниматься другими животными. Вот я даже адресник только что к ней прикрепила. Был бы у нее такой адресник, все было бы чики-пики. В Лемуре не раз видела, как продаются подобные адресники, да? Гравировку свою говоришь, но будьте бдительны, там все вот такие штучки пластиковые. И вот это ушко я у них заказывала. Моментально ломается. И все. И до свидос. Так что всегда надо делать на железе. То, кость-костью сейчас обработала. О! О, покажи! О! Вот так вот у него. Антибиотики выпаивать не можем, так как война. Буду узнавать у врача, чем можно заменить.
чтобы не перорально это было. Вот смотрите, прячется. Смотрю, собаки нет. Где собака? Тут собака. Из звука что-то она слышит, но на 80-90% она и слепая, и глухая. Ну что-то да. Какие-то отголоски она может слышать. Еще, наверное, она чувствует. Ну вот я сейчас вторую банку дала. Сейчас надо ехать, пока магазин не закрылись. Еще два. Маленькая. Да, буду еще брать. Вот вещи где-то. Вещи я ему в ошейник почти за 1000 рублей купила. 900. Он аж такой надежный. И внутри он прошитый еще. И он мягенький, чтобы дискомфортировал ее. Он же сидит на одном месте. Она же как, если, не дай бог, убежит, она может убежать. Да, маленькая. А я вам напоминаю, что все хвостики из видео «Очень ищу дом». Чтобы приютить у нас питомца, смотрите описание под видео. Также подписывайтесь обязательно на наш телеграм-канал, где самые актуальные новости выставляются в настоящем времени. Также подписывайтесь на закрытый канал, чтобы поучаствовать в помощи нашему делу.